Погружение в купель – традиция, которая с каждым годом собирает все больше православных. Одни в день крещения ныряют в прорубь, чтобы очиститься от грехов, другие же вспоминают события, описанные в Евангелии, в храмах, молятся и набирают воду. Без глубокого понимания этого праздника, без присутствия за богослужением, по сути, окунание в воду не имеет для человека никакого глубокого смысла. То есть это остается такой привычкой, традицией, просто раз в году окунуться. В православной церкви есть таинство крещения. В таинстве крещения каждому человеку преподается благодать Святого Духа, и вот эта благодать способна избавить человека от грехов, помочь ему избавиться от грехов. Но таинство окунания не существует, поэтому это глубокое заблуждение, когда мы раз в год, окунаясь в проруби, преодолевая этот страх, считаем, что мы все-таки избавляемся от тех или иных своих плохих поступков. Сегодня сочельник, сегодня постный день, до первой звезды, как говорит православная церковь, вкушать пищу не благословляется, не разрешается, поэтому мы стараемся по мере сил, опять же, и возможностей своих воздерживаться в пище, поисповедоваться и, конечно, причаститься. Суть крещения заключается в том, что Господь явил себя людям. Отсюда и второе название торжества Богоявления. К празднику делают прорубь в форме креста. Это называется Иордань. Так именовалась река, в которой крестили Иисуса Христа. В городе официально разрешено окунаться только в двух местах – на грибной базе и второй спасательной станции. Здесь 19 января будут дежурить медики, водолазы и сотрудники Красного Креста. Когда человек погружается в купель, нельзя ни в коем случае прыгать. Это реальный шок для организма. Нельзя нырять с головой, потому что это запрещено и по технике безопасности. Это в том числе очень существенный шок для организма. Опускаться, входить в воду нужно постепенно. Зайти в прорубь легко, а выйти оттуда – вот это реальная проблема. Не забываем о том, что детям эта процедура не рекомендуется. Безопасно окунуться в прорубь можно будет с 9 утра до 10 вечера. Освещение купели проведут ровно в 8:00. Перед тем, как войти в воду, специалисты рекомендуют тщательно подготовиться. Не стоит недооценивать последствия переохлаждения. Обязательный атрибут – шапка. Желателен и резиновый коврик под ноги. Окунаться следует в специально оборудованных у берега прорубях. В проруби подходите в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви. Идите медленно и внимательно. За пару часов до выхода из дома необходимо плотно поесть. Подготовьте не только теплую и удобную одежду, но и ту, которая легко расстегивается и застегивается. Это для того, чтобы при выходе из воды не замерзнуть. При выходе из проруби также используйте поручни. Вытрите сухим полотенцем, разотрите тело и оденьте сухую одежду. Не лишним будет попить горячего чая. Согреться после погружения помогут горячие напитки, которые предложат на месте. Здесь же развернется и полевая кухня. Плюс ко всему организуют место, где можно переодеться. Это палатки с автономным отоплением. Но двери храмов для прихожан открыты. Раздавать воду желающим будут до позднего вечера. Расписание богослужений можно найти на сайте Бобруйской епархии. Мария Бересневич, Максим Кембель, Максим Галионко, Андрей Богдан, Бобруйск 360.